Королева мечей. Она здесь. Перекройте все выходы. Не выпускать никого. Она в ловушке. И на этот раз не уйдет. Прошу внимания, дамы и господа. Похоже, кто-то из присутствующих поранился. К счастью, с нами новый доктор. Он обработает рану в мгновение ока. Что происходит? Королева мечей здесь. Она ранена и пытается это скрыть. Какая нелепость. Если я объявлю, что она здесь, прольется кровь. Подыграйте мне, доктор. Невинные не должны пострадать. Я полагаю, лишь стыдливость не позволяет пострадавшему заявить о себе. Из чего я заключаю, что это женщина. Не смущайтесь, дамы. Ваши мужья не станут возражать, если вас коснутся руки доктора. Итак, Донья Сесилия будет первой. Сыграйте нам что-нибудь для увеселения дам. Например, контрданс. Прошу вас, доктор. Пострадавший нуждается в вашей помощи. Сеньора. Прошу извинения, что доставил вам неудобства. Сеньора Идальго. Простите, что оторвал вас от мужа. Вас что-нибудь беспокоит? Сеньора. Повернитесь, пожалуйста. Сеньора, счастливого вечера. Вот мы и снова встретились. Сеньорита Альварадо, вы следующая. Прошу вас, простите меня. Хватит. Вы? Я знаю, слугам непозволительно пить вино. Но, полковник, ваш вечер был таким прекрасным, мне захотелось вина. Идемте. Не вижу необходимости. Как я уже говорил вам, я врач. Сеньорита, ваша служанка не стоит ваших волнений. Я волнуюсь не из-за нее, из-за себя. Кто теперь будет мне стирать? Прошу вас, один танец. Теперь кровь остановится. Простите, что причинила беспокойство. Пустяки. Я не любитель приемов. Особенно, если их устраивают в мою честь.